Друзья, я вам принес подарок. Да! Это яйца с сюрпризом с фермы Зенона. Ух ты! Хотите их открыть? Да! Яйцо дядя, ты где? Я здесь. Как дела? Это красное яйцо. Откроем его? Да! Открываем. Сюрприз! Это Зенон! Ура! Зенон в нашей семье дядя. Расскажу одну историю, что давно произошла. Когда на ферму мы к Зенону все вместе ехали гулять. Яйцо, брат, ты где? Я здесь, как дела? Второе яйцо синее. Давайте откроем его. Да! Открываем. Сюрприз! Это Тито! Ура! Тито в нашей семье брат. Расскажу одну историю, что давно произошла. Когда на ферму мы к Зенону все вместе ехали гулять. Веселое яйцо сестра, ты где? Я здесь, как дела? Третье яйцо желтое, откроем его? Да! Открываем. Сюрприз! Это Мария! Ура! Мария в нашей семье сестра. Расскажу одну историю, что давно произошла. Когда на ферму мы к Зенону все вместе ехали гулять. Яйцо, брат, ты где? Я здесь, как дела? Последнее яйцо зеленое. Откроем его, ребята. Да! Открываем. Сюрприз! Это я, Хуан. Ура! В нашей семье я брат. Расскажу одну историю, что давно произошла. Когда на ферму мы к Зенону все вместе ехали гулять. Вот и вся семья. Зенон и его племянники. Тито, Мария и Хуан. Да! Как было здорово поиграть с вами. Пока!